Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Яма и Мир Вокруг Нас. В прошлый раз я вам показывал вот такой светильник, то есть такой студийный свет, и обещал показать стоечку для него. Вот смотрите, вот подобная стойка. В принципе, существует, ну, очень большое количество подобных вещей, но очень малое количество именно качественных подобных вещей. Просто вот эти вещи бывают настолько хлипкие и неуниверсальные. Но, во-первых, что сказать про данную стоечку? Смотрите, я пока ее не буду разбирать полностью. Здесь крепление у нас можем устанавливать светильники не только предназначенные именно для подобного крепления, вот видите, но также какой-нибудь светильник. Сейчас я вам покажу, допустим, любой другой, у которого вот здесь снизу резьба одна восьмая либо три четверти. Далее, смотрите, она здесь у нас на пружинке. Раз, плюс еще одна выдвигается. То есть высота я сейчас не могу вам показать, потому что у меня не позволяет, так сказать, потолок. Но высота данного, так сказать, устройства вот таким образом выдвигается. То есть можно сделать немного шире, чтобы был более устойчивый, можно сделать выше. Но это не важно. Давайте сделаем примерно вот такой угол. Здесь его зафиксируем. Вот. Максимальная высота стойки уперлась в потолок. То есть в данном случае у меня потолок 2,5 метра. Высота стойки получается еще больше. Сейчас ее в горизонтальном положении разложу и замерю максимальную высоту. Какая может быть? Так. Давайте. Придется ее горизонтально ставить. К сожалению, помещение не позволяет вам показать всю длину. В общем, практически 3 метра. Практически 3 метра. 3 метра максимальная высота данной стойки. Диаметр трубок внушает, скажем так, доверие. В общем, судя по толщине вот этой вот трубы, можно сказать с уверенностью, что если вы закрепите либо такой светильник, либо
более тяжелый, то есть уверенность, что данный светильник у вас просто не грохнется на пол. Ну вот, в принципе, что я хотел сегодня показать, потому как если у меня светильники более, допустим, какие-то маленькие, компактные, можно использовать вот в данном случае обычный штатив, но он вряд ли подойдет для чего-то такого серьезного, потому что высота этого штатива, ну, максимум 1,5 метра, а высота вот данной стойки 3 метра. Вот в этом-то вся и разница. В этом вся разница. Так она собирается. И в сложенном состоянии ее размер 94 сантиметра. Ну, собственно говоря, практически метр. Вот такая стоечка для нашего студийного света. На сегодня все. Всем пока. Увидимся на канале.